Всем привет, меня зовут Ваня Рассел, и я сегодня решил быть немножко дурачком. Да, и сегодня новое видео про Евровидение. Сегодня моя реакция на Алексеева, и не только реакция. И сегодня я вам хочу рассказать вообще, почему Алексеев участвует от Беларуси, и почему он подал заявку. Расскажу вам всю правду, так что оставайтесь со мной, поехали! Давайте сначала посмотрим его выступление, я прокомментирую то, что я думаю по поводу этого выступления, и поговорим, почему это Алексей участвует от Беларуси, а не от Украины. Ищу на ютубе выступление Алексеева с песней Forever. Так, включаем и начинаем наслаждаться его выступлением. Уже даже с первой ноты слышно то, как он лажает. Я видел это выступление и знаю, как он будет вообще в припеве лажать этого... Ладно, сейчас. Красивый костюм, да, светящийся, с этих с светодиодных этих штук сделано. Сейчас интересно будет. Припев, внимательно. Поехали. Боже, как режет слух! Давайте хватит. Так, хватит. Я видел это выступление, думаю, вы тоже его видели по поводу выступления. То, что там все мигает, вот эта молния, тот костюм, вот так вот... Я думаю, что у людей с эпилепсией начнется просто припадок. И если это будет на Евровидении, это будет просто полный пи-пи-пип. Понимаете, да? Да, по поводу его выступления. Конечно, я не знаю, то ли он не слышал себя в мониторах, то ли он не слышал музыку, то ли он просто не мог вытянуть вживую свою же песню. Мне кажется, если он не мог вытянуть свою песню вживую, он мог просто ее понизить на тональность, как сделал я только что, потому что YouTube обычно блокирует, типа, ну, авторское право, ну, я, типа, понизил тональность, может, типа, пройдет. Но суть в том, можно было понизить тональность и спеть на тон ниже. И уже, если ты проходишь, да, ты уже на самом конкурсе, понятно, или поешь так же, или подтягиваешь свой вокал и поешь, как нормальный человек. Знаю, что его обвиняли в плагиате, я на самом деле не заметил разницы. Я слушал первую версию и вторую, и думаю, подождите, а в чем разница? В том, что где-то там, то ли мне показалось, то ли на куплете там что-то поменялось, вот эта гармония или как, короче, я не знаю. Я вообще человек, который слушает музыку, собака бумажку теребит. Я человек, который слушает музыку, который вообще, я живу в музыке. Я не нашел разницы. Но суть не в том. Там все писали, типа, первая версия классная, да-да-да-да. В итоге все равно он будет выступать с первой версии. А давайте теперь поговорим, почему же украинский певец, исполнитель, артист Алексеев подал свою заявку от Беларуси. А потому что в Беларуси он очень известный. Он известный в Украине, в России, в Беларуси, да, там вот в Казахстане, я не знаю. И понятное дело, что в Беларуси вообще исполнители, они неизвестны. То есть я не знаю вообще никого из белорусских исполнителей. Если вы знаете, напишите обязательно, вдруг я просто не знал. Кого вы знаете из белорусских исполнителей, напишите обязательно. Обязательно. Так вот. Почему Алексеев не подал заявку от Украины? Я слышал, что он говорил, что я подавал заявку от Украины, потом ее забрал. А знаете, почему забрал? Потому что он боялся конкуренции. Потому что у нас в Украине кто боролся? Ну, Таяна, которая такая, типа, известная. Меловин, который тоже, ну, чуть-чуть так известный. Ну, я думаю, что все равно, если бы Алексеев подал заявку от Украины, я думаю, что он бы все равно победил от Украины, и он бы представлял Украину. Мне, например, это неприятно. Да, Белоруссия — это наш сосед, это не так далеко. Мы разговариваем, мы все, Россия, Украина, Беларусь, мы все можем разговаривать на русском языке. То есть мы понимаем, да? Но все равно где-то есть такое внутри вот это чувство, что типа неприятно. Ну, подожди, ты же украинский исполнитель. Чего? Неужели ты забоялся конкуренции? Понятное дело, что он знал. Знаете, это просто такой ход. Понятное дело, что в Беларуси на отборе он бы победил, потому что он единственный.
в Белоруссии был такой а-ля популярный на территории СНГ. СНГ? И все интервью Алексеева, где он говорит, типа, что я люблю Белоруссию. Мне кажется, что в Белоруссии больше поклонников моих, нежели в России или в Украине. Что? Окей, да. Я понимаю. Типа, стыдно признать, что ты, типа, подал заявку от Беларуси. Я ничего плохого не хочу сказать про Алексеева. Молодец. Супер. Песня. А, выступление. Как мне показалось, выступление очень сильно скучное. Он тупо стоит. Ну, вот. Скучное. Да, у него прикольный костюм. Эпилептики, это будет пипец полный. И в зале на Евровидении, и по телевизору тоже. Хотя я думаю, что он плюнул. Хотя я думаю, что он поменяет свой костюм. Может быть, другой номер. А если он будет так же само стоять, вот это очень скучно. Но для меня это скучно. То есть, как если брать Меловина и Алексеева, то я буду болеть за Меловина. Не потому, что Алексеев подал заявку от Беларуси, а потому что у Меловина есть какой-то типа там туда-сюда, огонь, пианино, ду-ду-ду-ду-ду-ду. А Меловин это... Ну, как и всегда. Я смотрел, я когда-то видел выступление Алексеева вживую. Еще он пел под фонограмму. Ну, это была концертная запись, то есть это записывался концерт. Ну, это очень скучно, я скажу так. Я понимаю, сейчас, может быть, поклонники на меня сейчас кинутся. Ты что? Как ты смеешь по поводу Алексеева что-то плохое говорить? Дизлайк, отписка. Так вот, это сугубо мое личное мнение. Вы же понимаете, да? А если брать выступление Алексеева, на еще первая часть вот этого отбора была, который он стоял вообще в какой-то рубашке, думаю, боже, он что, с кровати встал, знаете, вот вроде бы с кровати встал в туалет пописать и типа, ой, да, ой, надо поехать на отбор, да. Happy story, falling down, зубы белые вставил, и теперь я звезда. Ну, короче, как-то так. Я болею за Украину. Понятное дело, потому что я с Украины. Хотя, я в прошлом году болел за Молдову и за Швецию, по-моему. Швеция пела I can go on, I can go on. Я очень сильно жду песню от России, от Юлии Самойловой, что же она в этот раз покажет. Я слышал, что у нее на странице нашли порно. Представляете? И теперь ее могут снова отстранить. Вот это у нее просто, вот это фиаско. Жду песню от Юлии Самойловой, чтобы ее тоже оценить, оценить ее выступление. А, видимо, ее выступления вообще не будет, да? Ну или они должны сделать какой-то лирик-видео или клип на песню. Ну что, ребят, с вами был Ваня Расул. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно. Колокольчик нажимаем, чтобы он зазвенел, когда будет мое новое видео. Я очень хочу стараться для вас. Я буду делать все возможное, чтобы делать вам много-много-много видео. 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 А еще можете подписаться на мой Еще можете подписаться на мой инстаграм. Я там бываю выкладываю фотографии, сторис, истории, кто как говорит. Скоро будет мой следующий обзор, реакция. Хотя это, в принципе, видео не было особой реакции, потому что я видел выступление. Но я уже видел в комментариях, кого посмотреть. Еще раз можете повторить и написать, кого мне быстрее посмотреть, на кого сделать быстрее реакцию. Я обязательно это сделаю. Все, с вами был ваш Ваня Рассел.